Халафетдинова Камила, Республика Татарстан, город Елабуга, 7 В класс, средняя школа номер 10. На конкурс «Бородино глазами юного поколения». Стихотворение «Памятная дата» Леонида Котова. Великой битвы памятную дату потоком времени уносит вглубь веков. Но подвигом российского солдата забвения нет. Не только строй венков, не только громы пушечных салютов. Сегодня память сердца говорит, и среди множества иных маршрутов она в Бородино сегодня путь старит. 2 века минуло, но каждый сын России той тяжкой битвы след в душе хранит. Там стойкость натиск сокрушила, сила силу, глубок тот след. Поныне он болит, болит. Десятки тысяч жизней в те годы беспримерная цена. Их кровь святая отдана отчизне, чтобы в веках жила она. Не только кровью та оплачена победа, живых солдат окаменели лица, когда, скрипя сердцами, командиры им приказали покидать столицу. Но нет, ключей столицы мы не сдали, хоть Бонапарт уже торжествовал, когда его войска в Москву вступали, но встретил огненный врага в столице вал. 2 века минуло. За эти времена Россию вновь и вновь враги терзали, но им наперекор живет она. А чем и почему? Поймут они едва ли. Секретов нет у нас. Когда приходит час, пред тяжким выбором нас недруг ставит. Солдат и командир не посрамит мундир. Он жизнь отдаст или отступить врага заставит. Мы жизни не щадим, не пощадим столицы, лишь только пред врагом не пасть рабами ниц.